Представляю вам наш следующий поединок. 10-раундовый бой в полусреднем весе до 66,7 килограмм. Встречайте в синий угол ринга бойца из города Москва, Ислам Думанов. Ну что ж, дорогие друзья, у нас следующая пара боксеров. Полусредний вес, весовая категория, до 66 килограммов, 700 граммов. Первым в ринг движется Ислам Думанов. 7 побед, 4 нокаута, одно единственное поражение по очкам. Рост 174 сантиметра, боксеру 25 лет. Начал свою профессиональную карьеру Ислам Думанов в марте 2016 года. И не знал поражений, выдал серию из 6 побед, не знал поражений он до марта 2017 года, пока не проиграл раздельным решением судей очень хорошему боксеру, очень неуступчивому Алексею Евченко. После этого Ислам боксировал в августе прошлого года и по очкам выиграл у Элдарбека Саидова. Ислам Думанов уже в ринге, и мы ждем его соперника Дмитрия Михайленко. Дмитрий Михайленко возвращается после поражения от Кудратило Абдукахорова. Ну а Ислам Думанов, для него это в случае победы огромнейший шанс громко заявить о себе на всю страну. Встречайте в красный угол ринга боец из города Геленджик Дмитрий Механик Михайленко. Ну что ж, а теперь выход Дмитрия Михайленко, как я уже сказал. Дмитрий возвращается после июльского поражения от Кудратило Абдукахорова. Бой прошел здесь же, в Екатеринбурге. Вообще на счету Дмитрия 24 боя. 22 раза он выигрывал, 10 раз побеждал нокаутом, 2 поражения, оба по очкам. В мае 2016 года Дима проиграл Чарльзу Манюче. И вот в прошлом году проиграл Кудратило Абдукахорова. Вот Дмитрий Михайленко движется в ринг. Ему 31 год, профессиональную карьеру начал в июле 2009 года. Здесь же, в Екатеринбурге. Родился он в Славянске на Кубани, проживает в Геленджике. Очень-очень опытный боксер. Слушаем представление боксеров. В синем углу боец из города Москва. Ему 25 лет. Рост 174 сантиметра. Вес на взвешивании 68 килограммов. Профессиональный рекорд. 8 боев. 7 побед, 4 одержанные нокаутом. Одно поражение. Ислам Думанов. Его соперник в красном углу – боец из города Геленджик. Ему 31 год. Рост 175 сантиметров. Вес 67 килограмм 800 грамм. Профессиональный рекорд – 24 боя. 22 победы, 10 нокаутом, 2 поражения. Экс-чемпион WBC Silver и WBO Европа. Экс-чемпион WBA, NABA и USBA. Дмитрий Механик Михайленко. Рефери Юрий Копцев. Ислам. Ребята, у меня здесь уже была команда, Дмитрий Михайленко, команда Ислам. 10 раундов, пожали руки по углам. Удачи. Дима, капа, в угол. Ислам. Ну капа, что ж, боксеры представлены. Наставления от Юрия Копцева. А рефери в ринге получены. Первый раунд. Посмотрим, как Дмитрий перезагрузился. Говорил он о том, что вы увидите 10 февраля в Екатеринбурге, в Дивсе, в ринге старого доброго механика. Сказал Дима, что вернется к своему старому стилю. Посмотрим. Сразу же он поджимает Думанова. Ислам отвечает хлестким правым боковым.
Но Дима известен тем, что, в принципе, он всегда работает очень плотно. У него хороший, что называется, work rate. Он очень много ударов выбрасывает. Да, это одна из сильных сторон Дмитрия. Это многосерийность, многоударность. И хорошая защита. Уклоны, корпус. Вернулся Дмитрий к своему тренеру Андрею Лепихину. Но Ислам Думанов на самом деле очень неплохой, очень хороший боксер. У него была любительская карьера, достаточно достойная. Участник чемпионатов России. Ну и плюс его мотивация показать себя на таком большом ринге, в прямом эфире, на телевидении. Да, это, наверное, один из самых серьезных соперников Ислама в его карьере. Говорил, кстати, Ислам, что если сравнивать стиль Дмитрия Михайленко и Алексея Евченко, ему Дмитрий по стилю больше удобен. Более удобен. Так, по-моему, там пахнет нокдауном, как минимум. Так, подогнулись ноги у Ислама. Почувствовал это Дима и так начал, как бульдог, цепляться в соперника. Но сейчас Исламу нужно на ногах работать и не давать Диме дожать себя ни в коем случае. Смотрите, Ислам сейчас работает в стойке правши, но он в течение боя меняет стойки и становится в левшу также. Посмотрим, видите, он поменял стойку. Вот видно, что очень серьезно Дима настроен. Мы видим, да, что никакого миндальничания. С первого же раунда он, что называется, попер. Справится ли с этим напором Ислам? Ну, Ислам, смотрите, огрызается хорошо. Здесь попер чатком пока. Но еще раз, дистанция 10 раундов. На стороне Дмитрия Михайленко, безусловно, опыт. Он боксировал не только в России, он боксировал в Канаде, в США. Он боксировал с бывшим чемпионом мира, например, в первом полусреднем весе. Йоханом Пересом и выиграл досрочно там, в США. Он выносил, в буквальном смысле слова, за канаты Брэдиса Прескотта, колумбийского нокаутера. То есть Дима видел всяких в ринге бойцов разных по стилю. Ну да, видно, что Дмитрий настроен на победу. Идет постоянно вперед, давит. Вот, подгонку удалось Исламу попасть слева боковым. Первый раунд из 10 запланированных. Ну и еще такой момент касательно не только опыта, но и физических кондиций. Ислам Думанов ни разу не боксировал 10-раундовые поединки. То есть ни разу не боксировал в принципе 10-раундовые и ни разу не проходил дистанцию в 10 раундов. Что касается Димы, то у него в карьере 10-раундовых поединках, в том числе прошедших полную дистанцию, полным-полно. Ну, он те бои, которые проиграл, уставал очень сильно. Как раз именно на поздних раундах. Вот это были 12-раундовые поединки. Вот еще раз повторюсь, Дима сказал, что перезагрузился. Изменил питание в том числе. И наверняка, я думаю, что не рассчитывает он там закончить бой там в начале. По крайней мере, не говорил об этом. Дима по-прежнему идет вперед. Много работает корпусом, поджимает, сокращает дистанцию. И, смотрите, включил ноги Ислам Думанов. Включил ноги. И так вот, наверное, здесь его, может быть, где-то даже любительский опыт ему помогает пока избегать серьезных неприятностей. Вот поджал. Поддавливай его. Может быть, даже где-то нужно Михайленко чуть-чуть успокоиться. А Исламу, наверное, застаиваться не стоит. Слишком напряжен Дмитрий. Слишком заряжен, я бы сказал. Ну, наверное, все-таки да. Если мы говорим о каком-то давлении, в том числе психологическом, наверное, оно больше на Дмитрия, нежели на Исламе. Попытался взять на гильотину Ислам Думанов Дмитрий Михайленко, но это другой вид спорта. Это не ММА. Смотрите, хорошо Ислам встречает сейчас Дмитрия. И у нас проваливает клинч. Его. И у нас уже клинч во втором раунде. Держишь. Наверное, здесь больше все-таки не от усталости, а такой тактический клинч. На джебе старается держать Ислам Думанов Дмитрия.
Так, вот подставочки а-ля Дмитрий Пирог мы увидели. Михайленко. Снова клинч. Дай промахнуться и накажи его за это. Вот один из принципов, кстати говоря, американского профессионального бокса. Но если мы говорили о сильных сторонах Дмитрия, что он многосерийный, многоударный, то из слабых сторон я бы назвал, что у него нет прям такого сильного нокаутирующего удара. Не нокаутер, да. Ну, Дмитрий сам это признает. Но у него были проблемы с руками. У него, по-моему, я вот не помню, какая, или правая, или левая. В общем, несколько, насколько я помню, несколько операций он перенес на руке. Это тоже, ну, влияет, я думаю, однозначно. Конечно. На силу удара. Ну вот смотрите, Ислам нисколько не уступает Дмитрию. Работает вторым номером, огрызается, наносит удар в ответ. Несколько было очень опасных ударов. Вот Дима на ближний насыпает. Да, хорошая очень серия. Подтвердил звание, так скажем, серийного бойца. Вот ответная гильотина от Михайленко. Смотрите, разбит нос уже у Ислама. Но Дима никогда и не, в общем-то, не делал ставку, да, мы заговорили про силу удара. Он всегда работал на тоннаж. Да. Ну что ж, первый раунд закончен. Я воздержусь от каких-то оценок, кто этот раунд взял. Мне интересно, что будет дальше. Маятник выключил. Слышишь меня, нет? Маятник выключил. Если бы нам дали послушать углы боксеров, было бы здорово. Прям послушать, что говорит, например, Андрей Лепихин Дмитрию Михайленко. Бьет одни и те же удары. Троечка не насыпал уклон. Повторяю то, что он делает. Только чище. Третий раунд из 10 запланированных. Напомним, Дмитрий Михайленко против Ислама Думанова. Бой в полусреднем весе. Формально это полусредний, по факту ребята на взвешивании показали скорее. Опа! Какой удар сейчас выбросил Ислам Думанов. Но Дима выдержал. И тут же отвечает. Успокоиться надо. Дмитрий очень заряжен. Заряжу, вижу. Опять попадает справа боковым Думанов. И в обвод блока два крюка у Ислама проходят. Да, очень много стал пропускать Дмитрий Михайленко. И смотрите, как заработал корпусом Думанов в третьем раунде. Ни в коем случае нельзя проигрывать этот бой Дмитрию. Ой, хорошо сейчас на подъеме попал Дмитрий, но Ислам тут же ответил. Кажется, у Дмитрия уже начали появляться некоторые признаки усталости. А Ислам очень так на кураже действует. Где-то мне напоминает Роя Джонса-младшего. Серхио Мартинеса. Вот смотрите, он работает, меняет стойки. Опять встал в левшу. А Дима зажался. А мне кажется, он пропустил несколько хороших ударов и из-за этого встал. То есть берет паузу некую, да, передышку. И как очень только... уже, ой, извиняюсь, да, Ислам уже очень, смотрите, себя вольготно чувствует в ринге. Ой, как ловит сейчас Михайленко на удар. Да, очень легко действует, очень легко выбрасывает удары Ислам Думанов. Действительно, так появился у него кураж. Но вот сейчас воткнул Михайленко, но нужно Диме не одиночными работать, а тоже постараться поработать серийно. И
Я думаю, ему нужно сокращать дистанцию, потому что на средней-дальней Думанов себя прекрасно чувствует. Вот доходят удары. Но не может догнать Дмитрий своего соперника. Хорошо очень двигается на ногах Думанов. Прошел апперкот у Ислама. И еще один, и еще один. На опережение работает много ударов. Ох, пропускает Михайленко сейчас. Нужно отвечать. Нужно отвечать Дмитрию Михайленко. Но Думанов в этом раунде молодец, да. Я бы даже сказал, где-то так красиво начал работать Ислам. Да. Ну, мне кажется, все-таки Михайленко стал уставать. Уже очень рано начал уставать. Всего лишь только третий раунд закончился. Посмотрим, может быть, у Димы откроется второе дыхание. Так тоже бывает. Не так часто, но... Слушаем угол Михайленко. Опять рванул с места в карьер Дмитрий Михайленко. Дима, головой чище. Дима, чище головой. Пошли удары по корпусу. Ближняя дистанция. Держишь, то, что нужно Дмитрию. Держишь. Ислам, держишь. Зря Ислам ввязывается в эту драку. Ближе. Давайте, давайте. Внимательно, фронтально всегда. Держишь. Держишь, Ислам. Вот здесь такой тактический клинч, наверное, со стороны Ислама. Но с другой стороны... Возможно, что подвымахался Дима где-то. Хотя всего лишь, да, четвертый раунд из 10. Очень напряжен Дмитрий. Скован, на мой взгляд. Заряжен на победу. Хочет попасть. И попасть жестко. В итоге из этого промахивается. И пока готовит удар, Ислам уже успевает несколько ударов выбросить и уйти. Продолжает работать первым номером Михайленко. Чище головой, Дима. Дима головой чище. Фронтально все время между ног. Лок, здесь промахнулся боковым механик. Думанов работает в режиме контровика. Но у него пока получается, он выбрасывает легкие удары, они... А вот сейчас точные. Попадает слева Михайленко, но мало одного удара здесь, мало. Отвечает, но в блок Думанов. Справа снова попадает Михайленко. Но Диме надо подходить с ударами. Да, вот бой достаточно равный, и по стилю разные бойцы, но бой равный при этом. Ну, разные стили делают бои. Ну вот правильно, правильно подсказывает Андрей Лепихин. Михайленко, отпусти руки. Опа, хорошо сейчас было. А добавить если? А добавить? А перевести на корпус? Держим, ребята, держим. Думанов молодец, удар держит. И пока не сбил его еще с плана на бой Михайленко. Держишь, Ислам, держишь, вижу. Держишь, Ислам. Заканчивается раунд. Хорошо, Михайленко сейчас уклонился, контратаковал. Но, наверное, все-таки в четвертом раунде Михайленко смотрелся получше. Гораздо получше, чем сам же смотрелся в третьем. Да. В третьем раунде красиво Ислам поработал, тут вопросов нет.
расслабился Дмитрий более и стал больше попадать. Вот мы слышим Андрея Лепихина, тренера Дмитрия Михайленко, который призывает усилить прессинг, не давать дышать сопернику, лишать пространства. Синий. Синий шустрее. Ну, посмотрим, чем темп, чей темп возьмет. Идет вперед Михайленко. Без уклона. И поэтому Думанов попадает. Попал хорошо Думанов навстречу. Отвечает Михайленко. А смотрите, как перевернул Думанов Дмитрия. И попал сейчас справа боковым Ислам. Да, провалил и наказал. И не забывает по корпусу. Идет, идет вперед, прет Михайленко. Подавливай штаб. Чище. Чище. Повод блока, попадает Думанов. Да, хорошая серия от Думанов сейчас прошла, правда, по защите Михайленко. Но тем не менее. Не держишь. Будьте на месте. Ох, не просто Дмитрий в этом поединке. Вот сейчас попадает Дима, но вот... Хороший удар. Но один. Один, всего лишь один удар. К сожалению, да. И смотрите, как отвечает Думанов хлестка слева. И здесь. Подгоняет Дмитрий Михайленко Андрей Лепихин. Попадает боковым Дима. Продолжает наседать. Держишь. Держишь, Дима. Вижу. Коллега, на твой взгляд, насколько чувствует Михайленко встречные удары Думанова? Да, я думаю, чувствует. Ведь Думанова 4 нокаута из 7 побед. Все-таки не просто так. А вот смотрите, дал промахнуться Михайленко Думанов и тут же наказал двойкой боковыми. Но пока легко работает больше, наверное, Ислам, чем Дима. Дима опять в этом раунде немножко... сжался, зарядился на удар, на мощный. Да, и вот Витя пропускает встречные удары. Не толкай. Еще, еще, еще. А вот здесь, смотрите, за счет работы корпуса от серии Михайленко ушел Думанов. Практически ничего точного не дошло до цели у Димы. А вот здесь подловил Думанов и клинч. Ну, держат удары бойцы. Хороший бой, зрелищный. Ничего еще не ясно в этом поединке. Да, некрасиво сейчас поступил Думанов. Намеренно он толкнул Михайленко. Стал Дмитрий опять зажиматься, стал пропускать. Ну и тяжело дышит уже. Слушаем угол Думанова. Он тоже ничего не делает, устает. Вот у тебя сейчас все коротко, все очень просто. Навстречу короткие прямые. Ага. Понял меня? Прямые и работа туловищем. Прямые и работа туловищем. Хорошо? Почище, ребята. Да, вы слышали советы тренера Думанова. Повстречать одиночными ударами, короткими. И работать туловищем в защите, давать сопернику промахиваться. Промахнулся здесь Михайленко, и вот... Шестой раунд. Опять центр ринга за Дмитрием Михайленко. Ну, Думанов, в принципе, намеренно. А вот здесь, смотрите, перехватил было сначала
Ислам Думанов. Но был удар по затылку, это запрещено правилами. А темп-то не падает, кстати. Даже несмотря на то, что Дима где-то, может быть, и устал, темп не падает. По крайней мере, в начале раунда. Вот начал набрасывать Михайленко на ближней дистанции. Ох, какой сильный удар сейчас Думанов нанес. Дима его выдержал. Держишь, держишь. И опять клинч. Но Юрий Копцев, с ним не забалуешь, он сразу разнимает боксеров. Застаивается Думанов сейчас, мне кажется. Да вот он из типа встречает. Ну не типа, а встречает. Может Михайленко использовать это. Но пока не получается. В пользу. Держишь, держишь, Ислам. Бой конкурентный. Это однозначно. Очень красивый бой. Очень плотный. Очень много ударов. Хороший темп. Попадает сейчас Ислам Думанов и сам уходит в клинч. Хорошая двойка от Думанова. Пережидает Михайленко, мне кажется. Пережидает где-то, не успевает. Пока готовит атаку, Думанов уже успевает насыпать. Держишь, Ислам. Вот, пожалуйста, два крюка и сместился Думанов. Да, поактивнее сейчас Думанов. Почему-то Михайленко отдал инициативу. Дима сейчас показывает работу корпусом. За счет корпуса удалось ему подойти на удобную ближнюю дистанцию. И смотрим, что здесь. Ведь смотрите, Думанов уже остановился специально у канатов. А Михайленко не работает здесь. Ну, я скажу так, Ислам Дмитрия опережает. Он быстрее. И как-то, ну, выбрасывает даже где-то больше, может быть. Ох. Открылось рассечение у Дмитрия. Хорошая встречная атака, контратака, точнее, от Думанова. И опять цапнул слева под гонг навстречу. Ох, тяжелый бой для Дмитрия Михайленко. Но в этом раунде Ислам Думанов молодец, я считаю. Опять хотелось бы углы. Угол Михайленко. Давайте послушаем. Ничего не хватает. А? Ничего там нет. Работать надо. Наиболее яркие моменты завершившиеся трехминутки вашему вниманию. И вот здесь как раз видно, что побыстрее Ислам Думанов. Дима, в угол. Шустрее, синий. Седьмой раунд из 10 запланированных. Вторая половина поединка. И опять Михайленко, смотрите, зарядился. Ну вот, знаете, друзья, мне это начинает напоминать местами рисунок боя Михайленко-Абдукахоров, когда Кудратило тоже работал вторым номером и встречал Дмитрия. Причем встречал серьезно. У Абдукахорова удар, наверное, помощнее, чем у Думанова все же. Смею предположить. Вот здесь попал Дима, но мало одного удара. Попал точно жестко, но мало одного удара здесь. Думанов, на мой взгляд, работает именно так, как нужно работать с Михайленко. Да. Держишь, Ислам, держишь. Брейк, как назад. Еще раз скажу. Перед поединком на пресс-конференции Ислам сказал, что Дима ему подходит по стилю. Удобен. Не успевает
Дмитрий Михайленко за Думановым. И на 1-2 точных удара Димы приходится несколько точных ударов Ислама. Держишь, Ислам, держишь. Держишь, вижу. Хлестко очень бьет. Хорошие апперкоты от Думанова. А Дмитрий уже только движется пока вперед, но ударов очень мало наносит. Вот он там в клинче настучал несколько. Не держи, я тебя сейчас заебался. Время. Макс. Дима по-прежнему идет вперед, но я так немножко жаргонно выражусь. Вот для Ислама он сейчас такая сладкая булочка в том плане, что читает его Думанов и очень хорошо работает на контратаках. Да, здесь бой, конечно, я думаю, выиграет тот, у кого больше физики. У кого бензин не кончится к финальным раундам. Ох, смотри, какая серия хорошая в исполнении Михайленко и вся точная. Вот почаще нужно Диме это делать, если он хочет выиграть. Оп, хорошо сейчас попал Михайленко. И тут уже клинчует Думанов. Прекрасно все понимая, что здесь клинч тактический. Все-таки очень острые атаки у Михайленко. Они хоть и редкие сейчас стали, но... А вот тут цапнул апперкотом, причем хорошо цапнул Думанов Диму. 10 секунд. Держим, держим, ребята. Держишь, Дим. Там! Ну, может быть, не хватает Диме весь раунд атаковать, причем атаковать серийно. Ну, не может. Да, не хватает физики. Возможно. Восьмой раунд сейчас начнется. Вот, раз апперкот, два. Все очень зрячие, и причем еще на разгибе из уклона. Восьмой раунд. Дмитрий Михайленко, Ислам Думанов. Очень яркий поединок в полусреднем весе мы с вами наблюдаем. Очень плотный, с большим количеством ударов выброшенных. Опа! Как сейчас поймал Ислам Думанов Дмитрия Михайленко на скачке апперкотом. Держишь. Держишь, Ислам. Проспал этот удар Дмитрий. Шел вперед, сам бил, думал, не будет бить Думанов. А Думанов выбросил удар и попал. Ближе нужно работать Диме однозначно. Оп, опять, смотрите. Ну вот, начал мне напоминать Ислам по манере Серхио Мартинеса в определенных боях. Но Дима пока не кот-то, конечно. Ну, конечно, нет. Вот промахнулся справа Михайленко. Я что-то не вижу ударов по корпусу, например. По крайней мере, большое их количество. Может быть, Диме где-то попробовать поработать по корпусу. С другой стороны, попади еще в соперника. Да, он не может подойти на свою дистанцию, чтобы нанести удар. Постоянно уходит Ислам Думаев. Думанов. Думанов, прошу прощения, с атаки Дмитрия. Ну и обрати внимание на работу ног Думанова. Уже восьмой раунд, а он по-прежнему двигается, не устает. Ноги, друзья, кормят не только волков, но и боксеров. И демонстрирует хороший корпус сейчас Думанов. Ох! В
Ох, какую справа сейчас пропускает Дмитрий Михайленко удар. Застоялся Дмитрий и тут же пропустил. Стал отдавать инициативу. Хотя вроде бы идет вперед. Но без удара. Но пока он пытается сократить дистанцию или думает, как это сделать, он уже несколько ударов навстречу пропускает. Да, и Думанов уже уходит с этого места. И все, и опять нужно начинать заново, опять развивать атаку, опять подходить. Но скорость здесь решает вопрос. Вот исходя из того, что мы видим, да? Дима тяжелее. Ну вот, подошел, ну вот работай. Нужно более серийно работать, не надо грязнить, надо бить удары. А смотрите, как перехватил Думанов Михайленко после Диминой серии. Ну что ж, нас ждут так называемые чемпионские, ну в данном случае просто финальные раунды 9 и 10. Потому что в этом поединке никаких поясов на кону не стоит. Смотрите, сплевывает кровь Дмитрий, это значит, у него разбиты губы. Какой раунд, спросил Дмитрий Михайленко. В углу у Димы очень опытный катмен, наверное, лучший катмен в России. Давно уже работающий на поединках в Екатеринбурге, в Челябинске, Дмитрий Лучников. Вот здесь хорошо попал Михайленко, но... Не дожал. Вот, подошел поближе Дима, там что-то прошло по корпусу у него, но тут же, смотрите, переворачивает ситуацию Думанов. И уходит. И смещается. Вот, подошел на дистанцию на удобную Михайленко. Но Думанов, если не успевает уйти, он клинчует. Ну, это его тактика боя в данном случае. Ну, по отношению к себе, естественно, в ринге Ислам все правильно делает. Зря он застаивается, на мой взгляд, в некоторых моментах, но... Да, и тут пропускает две мощные плюшки Думанов от Михайленко. Но Диме... Наверное, может быть, даже стоит попытаться навязать рубку, навязать драку где-то. Да, он и пытается ее навязать, но Думанов ускользает. Думанов пока не хочет размен. Думанов очень все хорошо получается на дистанции, на контратаках вторым номером. Поэтому он, смысл ему, зачем ему застаиваться и пропускать удары. Дима, не поддавливай, Дим. Очередной прессинг от Михайленко. Вот. Уже не раз, кстати, так Думанов выскальзывал, проваливал, да. И перехватывал Дмитрия Михайленко. Вот смотрите, концовку, так скажем, в конце раунда Думанов все-таки активизируется и начинает носить больше ударов гораздо. Ну, забрать концовку раунда — святое дело. Но вот сейчас попал, кстати, Михайленко. И снова клинч. Слышим и подсказывает тренер Дмитрию, что не отпускай, бей, бей, бей. И правильно говорит, на мой взгляд. Что стал застаиваться Думанов. И нужно Дмитрию этим пользоваться. Конец раунда, попадает Дима справа. Думанов выдержал, и тут же клинч. Ну вот, драка. Очень интересный бой. Зрелищный. Раунды пролетают, как одна минута. Да, темп хороший, темп не падает. Казалось бы, да, Дима вначале подсел, но тем не менее, темп он выдерживает и даже диктует, наверное.
Все-таки. Но это сказывается, видимо, опыт Дмитрия. Однозначно. Ну а для Ислама Думанова впервые в карьере 10-й раунд. Впервые в профессиональной карьере 10-й раунд. И при этом он достаточно бодро выглядит. По крайней мере, в ринге. Да. Ну вот смотрите, была хорошая атака со стороны Дмитрия Михайленко. И вот эта двойка точно в челюсть прошла. Давай, господа, заключительный раунд боя! Поддержи бойца! Ну что, Дмитрий пойдет сейчас ва-банк. У него нет, на мой взгляд, других вариантов. Вот попадает слева Дима. Ислам отвечает боковыми, включает ноги. Вот, хорошо. Ой, очень хорошая атака от Михайленко. Начал вязать Думанов. По корпусу попадает Ислам Думанов. Дима продолжает преследовать соперника. Ой, какая серия теперь от Думанова. Точно и... апперкот прошел в челюсть. Чисто, чисто работает, Паш, чисто! Забери, забери. Ну вот опять. Не выдержит вес. Встретил Думанов Михайленко. Приклейся, приклейся, кричит Андрей Лепихин, тренер Дмитрия. Ну, пока не очень получается приклеиться. А если получается, то ненадолго. Вторая половина заключительного раунда в этом поединке. Ну, нужно все, что у тебя есть, все выбрасывать. Устал Дмитрий, это видно. Уже очень руки на ватные, похоже. Но, тем не менее, сейчас он может еще ударить. И снова клинч. Думаю, она взял сейчас такую паузу, уже где-то минуту отдыхает. Но нужно пользоваться этим Дмитрию Михайленко, если силы остались, надо работать. Держим, держим, ребят, оба держим. Очень хорошая серия сейчас. Хороший была. Размен, обоюдный. Оба попадают. Серия от Михайленко, но здесь больше так по площадям. И апперкоты от Думанова. Какой бой закатили бойцы. Попадает Думанов и еще раз. Ну что ж, бой закончен. Бой шикарный в плане зрелищности, в плане накала страстей, в плане насыщенности. Количество ударов было очень большое и точных ударов. Да, может быть, эстеты от бокса не увидели джебов и фехтований, морщат носики. Но, друзья, бои бывают разные. В плане хардкора, я думаю, здесь все очень неплохо было. Ждем судейское решение.
Итак, обратимся к судейским запискам. Судья Малазония. 97-93 Думанов. Судья Болдырев. 96-9. Судья Тамадаев. 97-93 Михайленко. Судья Болдырев. 96-94. Победу раздельным решением судей одержал Ислам Думанов! Ну что ж, мы поздравляем Ислама Думанова с очень непростой победой, но заслуженной на выезде. Это заявка. Огромнейшее уважение Дмитрию Михайленко. Да, второе поражение уже подряд у Дмитрия. Очень жалко, но будем... Желаем ему больше тренироваться и следующих побед. Ну а Ислам Думанов заявил о себе достаточно громко.